Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, автор канала «Хижина музыканта». Сегодня мы будем учиться играть на гитаре на основе моей песни под названием «Аппаратура» из нового альбома «Время юности». Можете послушать по ссылочке в описании. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет, дурака и дуры. Многим она понравилась, многие хотели бы разучить. Я еще не выкладывал нигде разборы песен, поэтому давайте покажу, как звучит данная песня, а потом ее разберем. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратура. Поверь, меня давно не прет, дурака и дура. Я с дороги снова в дом, дома до студии. Я вырубаю телефон, дым загоняю внутрь. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратура. Поверь, меня давно не прет, дурака и дура. Я с дороги снова в дом, от дома до студии. Телефоном загоняю внутрь. Поверь, давно забыл про дурака и дуру. Но что-то о тебе напомнит мне под утро. Да, я по дворам, мне надо так. Я звал тебя, но поздно понял, что я потерял. Я на балконе в нашем доме одну за другой. Прошу тебя, напомни сердце, где моя любовь. Но ты не скажешь мне ни слова, как всегда в загонах. Мы не подходим по канонам. Чем вообще об этом думать? Мне просто надо закрутить и дунуть. И вспомнить мне об этом только утром. И вспомнить мне об этом только утром. Мне дай всего минуту. Песня начинается с такого перебора. Довольно простого. Берем аккорды М, дергаем басовую струну вместе с первой и второй струной. И так будет на каждом из аккордов. Потом третью, вторую. Третью, вторую, третью, вторую, третью. То есть аккорд F, то же самое, шестую, первую, вторую дергаем. Потом третью, вторую дергаем. Аккорд АМ. Аккорд G. Точь в точь. И в это время сначала поете на октаву ниже. Если не достаете выше, можете всю песню исполнять внизу, то есть вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. То есть первая нота, с которой мы начинаем, это нота ре низкая. Погнали, пробуем. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. Я с дороги снова в дом, от дома до студии. Я вырубаю телефон, дым загоняю внутрь. Один раз прогнали. Дальше мы делаем вниз, вверх на приглушенных струнах. Просто закрываем струны. И начинается бой на тех же аккордах. То есть аккорд ДМ вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Это лирический бой, но можно назвать и восьмеркой для удобства. Так играем на каждом из аккордов и поем на октаву выше. Ту же самую мелодию. То есть вокруг меня лишь мониторы, аппаратуры. Поверь, меня давно не прет от дурака и дуры. Я с дороги снова в дом, от дома до студии. Я вырубаю телефон, дым загоняю внутрь. То есть получается вокруг 3-4 нот у нас варьируется мелодия. То есть нота ре, открытая четвертая, ми, второй лад четвертой струны, нота до, третий лад пятой струны и нота си, второй лад пятой струны. Дальше начинается рэп-куплет Марвелоса Никиты, то есть поверь, давно забыл про дурака и дуру. Но что-то о тебе напомнит мне под утро. Да, я по дворам, мне надо так. Я звал тебя, но поздно понял, что я потерял. Тут довольно все просто. Тут дергаем басовую, третью, вторую, первую струну вместе. Вот, хоп, потом делаем заглушку большим пальцем или прямо всеми пальцами. Раз. Ритм ловите, пам, ч, пам, ч, аккорд F, пам, ч, пам, ч. Просто я данный бой усложняю, но вы можете прям так играть, попроще. Вроде как считается, что в рэпе нету
каких-либо нот, мелодий, но на самом деле здесь присутствует она. Поверь, давно забыл про дурака и дуру, но что-то тебе напомнит мне под утро, да, мне по дворам, мне надо так, я звал тебя, но поздно понял, что я потерял. Я на балконе в нашем доме одну за другой, прошу тебя, напомни сердцу, где моя любовь. Но ты не скажешь мне ни слова, как всегда в загонах, мы не подходим под канонам. Итак, исполняется весь первый куплет. Дальше идет припев, который мы с вами уже разбирали. Играется боем восьмерка. Если высоко, можете, кстати, поменять тональность. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратура. Поверь, меня давно не против дурака иду. Я с дороги снова в дом, дома до стула. Я вырубаю телефон, там загоняю дуд. Вокруг меня лишь мониторы, аппаратура. Поверь, меня давно не против дурака иду. Я с дороги снова в дом, дома до стула. Я вырубаю телефон, там загоняю дуд. Ну и наконец-то рассмотрим мой второй куплет, в котором придется немножко потрудиться, потому что он исполняется вокально. Там присутствует определенная мелодика. Сейчас исполню и покажу, как я пою ее. Каждый день я приближаю свои детские мечты. Твои глаза не видят этой красоты. Все продолжаешь верить, что нам по пути. Отпусти, тебе ниже интереса. Ведь моим рейсе ты всего лишь стюардесса. Ты тянешь вниз, высоко лист, тупой каприз. Мне проще одному, моя принцесса. Какая же тут мелодия? Давайте прямо рассмотрим на гитаре. Также пропишу снизу нотки и табы, если умеете их читать. Берем вторую струну на пятом ладу. Потом третью на втором и вторую на первом. То есть... Каждый день. Дальше. Сидим на третьем ладу. Я приближаю свои детские мечты. Твои глаза не видят этой красоты. Дальше немножко мелодия меняется, смотрите. Все продолжаешь верить, что нам по пути. Отпусти. Берем ноту ми снова вместо пятого лада. Эй, в тебе не вижу интереса. Достаем ноту фа. Еще раз. В тебе не вижу интереса. Ведь в моем рейсе ты всего лишь стюардесса. Дальше снова меняется мелодия. Открытая вторая и третий лад. Нажимаем. Ты тянешь вниз из-за кулис, тупой каприз. Мне проще одному, моя принцесса. В конце переигрываем ноту ля и си. То есть второй лад третьей струны и открытая вторая. Дальше идет небольшой проигрыш. Просто проигрывайте аккорды, кричите пару нот. Там вы услышите в самом треке. И дальше идет припев. Все. Надеюсь, у вас получилось разучить данную песню. Жду ваши каверы на наш конкурс каверов «Время юности» в Инстаграме. Ссылочку оставлю в описании. Записывайте, присылайте, участвуйте и становитесь круче. Всем пока.